Здравствуйте, дорогие женщины. Я Босия Делажа. Вы смотрите передачу «Мир женщины». И у нас потрясающая тема. Тема, которая помогает каждой женщине быть самим собой. Тема, которая ложит улыбку, да, как макияж на лице женщины. Тема, которая делает ее нужной. И тема, которая помогает ей действительно исполнять Божье предназначение в своей жизни. Потому что женщины поверили послание от Бога, потому что женщины поверили ангелам, сам Иисус явился им. Написано, что явился им, и когда Иисус явился им, они взяли его за ногу, и они поклонялись ему. Секрет успеха в жизни любой женщины – умение смириться перед Иисусом Христом, умение жить в хвале, умение поклоняться Иисусу Христу. Дорогие женщины, каждый раз, когда у нас есть возможность поклоняться Иисусу, давайте всегда будем поклоняться ему. Давайте не будем забывать поклоняться Иисусу Христу, не будем забывать поклоняться Богу, потому что Иисус и Бог, они достойны похвали. Не имеет значения, что беспокоит нас, не имеет значения, кто говорит нам до того, не имеет значения, куда мы идем. Каждый раз, когда есть возможность хвалить Бога, давайте всегда будем хвалить Ему. Каждый раз, когда есть возможность поклоняться Богу, давайте будем поклоняться Ему, потому что пока мы это будем делать, Он будет решать наши вопросы. Оставайтесь со мной, мы обязательно продолжим эту тему.